الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы с вами говорили о аскетизме, что это является одним из лучших, хороших, прекрасных качеств, богоугодных. И мы также перечислили некоторые хадисы относительно аскетизма. Какое положение имеет аскетизм в нашей религии. И, конечно же, хотелось бы немножко поговорить о аскетизме наших святых людей, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, также его семейства и других пророков. Вы знаете, что пророк Иисус, пророк Иса, да будет мир ему, он, будучи пророком, был очень, скажем так, большим аскетом, именно аскетом с большой буквы, потому что, сами знаете, то, что, как говорится, пророк Иса, алейхиссалам, он не женился вплоть до своей смерти, и помимо этого, говорят, что он даже, когда шел, когда наступало время, допустим, спать, некоторые говорят, что он даже ложился и там спал, то есть он не думал, что здесь неудобно и так далее. То есть этот человек был на самом деле аскетом и человеком, который на самом деле, скажем так, не поменял эту мирскую жизнь на, или скажем так, да, наоборот, не поменял ту жизнь на эту мирскую жизнь. То есть ему дороже была та жизнь, вечная жизнь. И любой разумный человек, на самом деле, по идее, если так подумать, каждый разумный человек, который верит в Бога, он не должен променять именно ту жизнь на эту жизнь. Это неразумно, если человек такое сделает. И пророки, пророк Иса, то же самое можно сказать про пророка Мусу, алейхиссалам, который тут также... Некоторые говорят, что он больше даже питался именно растениями, как здесь сказано, да, и относительно пророка Моисея и пророка Иисуса, да будет им мир. И ни для кого не секрет, что пророк Иса, алейхиссалам, он прожил свою жизнь достойно, будучи аскетом, будучи человеком, который никакого отношения не имел к этой мирской жизни, к ее, скажем так, забавам, прекрасам. Конечно же, также можно подчеркнуть аскетизм и наших имамов, Фатима Захры, саламу алейхи, пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Ну, на самом деле, описывать их аскетизм тяжело, и не каждый может понять этот аскетизм. И на самом деле, в этом плане они достигли самых высоких степеней. То есть в этом мы не можем наблюдать в истории человека, который превосходил бы своим аскетизмом наших имамов или же нашего пророка или Фатима Захры, это будет им всем мир. Относительно аскетизма пророка, саллаллаху алейхи ва салям, одна из супруг, которую вы знаете, которую зовут Айша, которая рассказывала относительно именно аскетизма посланника Аллаха, говорит, что в доме пророка, саллаллаху алейхи ва салям, у нас не было, кроме хурмы, а хурма — это финики, кроме фиников, не было ничего для того, чтобы кушать. И более того, у них даже не было свечей, чтобы зажечь, или ламп. То есть они были, как бы, но они делали это только
Посланник Аллаха разрешал только в тех случаях, когда, чтобы определить, кто пришел и так далее. И говорит, пока посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жил, говорит, нам тяжело было. Но после его смерти, говорит, как говорит это его супруга, нам стало жить легче. То есть вы понимаете, да, аскетизм посланника Аллаха, насколько он был аскетом, что он не позволял себе, будучи, скажем так, пророком, человеком, который ведет за собой, скажем так, множество мусульман, и мусульмане готовы были все отдать ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но пророк, саллаллах, именно расходовал это все на пути ислама, подобно тому, как его супруга Хадижа, да будет мир ей, и да упокоит Аллах ее душу, подобно тому, как она потратила все на пути Аллаха. Она все, что имела, как говорится в риваятах, в истории, то, что все, что имела Хадижа, она потратила на пути посланника, на пути ислама. И настолько у них не было денег, что говорится, что у них была одна простыня на двоих, то есть они спали, как бы, то есть не было ничего, только окутывались об одну простыню. Настолько, скажем так, бедно жили. Это женщина, которая когда-то была самой богатой, одной из богатых людей именно Аравии. Но, несмотря на это, мы наблюдаем, что все ее имущество было потрачено на пути ислама. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни в коем случае, никогда он то, что принадлежит людям, никогда не использовал это в своих корыстных целях или в своих каких-то личных интересах. И, конечно же, также рассказывают про Амир-уль-Муминина, алейхи салам, про имама Али, да будет мир ему, что когда имам Али, алейхи салам, стал халифом, люди присягнули ему. И он сказал, повелел, чтобы собрали всех факиров, то есть всех бедных людей. И все те деньги, которые были в Байтул-Мал, то есть которые принадлежали исламской казне, он повелел как бы их разделить, эти деньги, между этими бедными людьми. Потом сам взял лопату и мешок и вышел из города Медины, и рядом с мечетью Куба он там занимался земледелием. То есть это тот человек, которому принадлежит халифат, то есть которому люди уже присягнули, если до этого были какие-то разногласия, то здесь его уже принимают. И несмотря на это все, он все, то имущество, которое собирается, он делит между бедными. И кроме этого, он еще идет и занимается земледелием. И на вырученные деньги он также помогает людям. Ни для кого не секрет скромной жизни имама Али, алейхиссалам. Как помните, мы говорили, что имам Али, алейхиссалам, говорил деньгам, что тогда от тебя есть польза, когда ты тратишься на пути Аллаха. А пока ты в руках, от тебя никакой пользы нету. Это говорит об аскетизме нашего имама, алейхиссалам. И, конечно же, есть другой момент, также другая история, которую рассказывают. Говорится, что когда имам Али, алейхиссалам, направлялся в войну с Сифейн, которая, да, произошла, ну, то есть он направлялся как бы в Басру, и так получилось, что именно имам Али, алейхиссалам, остановился в местечке под названием Рабада. И потом он зашел в Чадру. Когда он зашел в Чадру, все сахабы, сподвижники, все, скажем так, паломники, которые были там, они остановились. Они остановились и ждали имама Али, алейхиссалам. И так получилось, что имам Али не выходил оттуда. И тогда Ибн Аббас решил зайти туда. Он сказал, я попросил разрешения и зашел. Говорит, я увидел, что он чинит свою обувь, с которой
если с которой порвалась, да, чинит эту обувь. И тогда я ему сказал, что Ибн Аббас говорит, люди вас ждут. И он как бы молчал и ничего не сказал, не ответил мне. И когда он закончил шить обувь, которая порвалась, да, тогда говорится, что он сказал: «О, Ибн Аббас, как ты думаешь, сколько стоит эта моя обувь?» Он сказал, что у нее нету цены, потому что она в ужасном состоянии, никто ее не купит. Он говорит, ну если купит, то в таком состоянии за сколько? И тот сказал, что меньше дирхама. Дирхам — это серебряная монета. Меньше одного дирхама. И тогда имам Али, алейхиссалам, сказал такие слова, когда Ибн Аббас сказал, что меньше дирхама. Он сказал, что «Валлахи лахия ахаббу илей мин эмратикум илля ан уқима хаккан ау атфа бит батила». Он сказал, что клянусь Аллахом, имам Али сказал, клянусь Аллахом, что эта обувь, которая стоит ниже, меньше дирхама, она дороже для меня, чем этот ваш халифат. Дороже для меня. Кроме того случая, что я хочу установить истину и оттолкнуть или отодвинуть, скажем так, ложь. То есть имам Али алейхиссалам говорит, что мне не халифат важен. Мне важно установить истину и, скажем так, избавиться от ложи, избавить народ от ложи, от неистины. И здесь мы наблюдаем аскетизм имама Али алейхиссалам, который, будучи имея все, он говорит, что мне, говорит, эта обувь, которая стоит меньше дирхам, дороже всего. Если вы думаете, что халифат для меня чего-то стоит, то это не так. Халифат то, что имам Али алейхиссалам выступал с боями, с войнами против там некоторых групп лиц, это все не из-за того, что имам Али алейхиссалам стремился к власти. Его власть это вообще не волновало. Она и гроша не стоит перед ним, понимаете? Как в принципе он сам и говорит. Просто здесь речь идет о другом. Защитить религию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Установить истину, с которой пришел посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И не дать лжи развиваться. И, скажем так, он не хотел, чтобы эта ложь, которая окружала весь исламский мир, чтобы она именно, скажем так, с корнями влилась, вселилась в эту исламскую умму. Он хотел очистить ее, он хотел установить эту истину, которую повелел установить сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому те люди, которые думают, что имам Али алейхиссалам, он восстал, скажем так, и где-то сражался, воевал там против Муавии и других из-за того, чтобы заполучить халифат, клянусь Аллахом, это не так. Клянусь Аллахом, это не то, что не так, не то, что ему этот халифат не нужен был. Потому что обычно, когда мы говорим халифат, мы имеем в виду там власть и так далее. Нет, ему власть не нужна была. Он выполнял свой имаматский долг, свой долг имама. Он был путеводителем, он был духовным наставником. Да, политическим наставником он был, это само собой. Но в первую очередь здесь речь идет о другом, о его духовном положении, о его духовном имамате. Не только политически, потому что среди наших шиитов политическое руководство и духовное, они неразделимы друг от друга. Вот. Поэтому мы должны знать, что мы являемся последователями человека, который в своем аскетизме был номер один. И мы должны гордиться этим, то, что мы являемся шиитами Амир-уль-Муминин Али, да будет мир с ним. Уважаемые братья и сестры, на этом я хочу с вами попрощаться. Иншаллах, на следующей передаче
мы продолжим говорить о аскетизме наших имамов, и в том числе имама Али алейхи салам, и посланника. Да будет им всем мир. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах, Аллах, вальхамду лиллах, я Аллах, субхан Аллах, Аллаху я Аллах, вальхамду лиллах, Аллах.